Меня зовут Алексей Тимонин, я являюсь преподавателем по классу фортепиано в Минском государственном колледже искусств. Просыпаюсь довольно рано, в районе где-то 7 утра, сразу же включаю музыку и настраиваю себя на позитивный лад всего дня. Еду в колледж, студенты уже сидят, занимаются, разыгрываются в классах, сразу же заряжают уже энергией своей, фортепианной игрой и желанием заниматься. И это сразу же пробуждает меня на занятия с ними на протяжении всего дня. Ля мажор давай попробуем. Угу. Отталкивайся, да, пятым пальцем. Крещендо. В детстве я очень любил заниматься уже музыкой. Где-то в 6 лет я пошел в музыкальную школу в городе Мариногорка. Там я понял, что хочу сделать это своей профессией. И после этого начал уже заниматься профессионально, поступил в колледж искусств, в котором сейчас работаю. Закончил его и после поступал в Академию музыки, которую закончил 2 года назад. Пришел сюда работать с преподавателем. Вот, и очень рад тому, что так сложилось в этой жизни. Люблю свою профессию за то, что она позволяет мне реализовать свои возможности, свои творческие замыслы, свои какие-то новые идеи. Она провоцирует меня на придумывать какие-то новые формы, к примеру, занятий с учениками, придумывать какие-то аранжировки, которые будут интересны моим ученикам, и также выступает на сцене. Выступает на сцене как сольно, так и с преподавателями колледжа, так и с учениками. Моя профессия, на мой взгляд, дает мне новые знакомства с новыми творческими людьми. Это тоже для меня очень ценно. Коллектив нашей комиссии очень доброжелательный. У нас всегда царит хорошая творческая атмосфера. Всегда царит творчество, взаимопонимание, доброта. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.